чем ты увлекаешься? Хожу в школу искусства заниматься танцами. Там мы маршевый шаг учим, поклон, готовимся к открытому уроку. Показывать будем родителям, чтобы мы постарались, не волновались, все было отлично и продолжили дальше. Подготовительную школу мы изучаем математику, развитие речи, английский и грамоту. На танцы, в музыкальную школу. Начали новый танец учить про принцесс. Поем. Я хожу на сольфеджио. Мы там бегаем по эстафете. Бегаем сначала 5 кругов, прыгаем. Я умею рисовать очень хорошо. Как любишь проводить выходные? С папой в парк хожу. Например, красивые рисунки рисовать. Мама мне купила альбом домой. Там она мне сказала, красивые рисунки рисовать. Я вот рисовала там цветок, кто-то еще. В выходные я хожу на занятия бассейна. Я уже могу плавать на спине под водой, только на животе не могу. Люблю маме помогать. Лепить из пластилина. Чем занимаешься в садике? Это заниматься спортом. Ходить к Галину Анатольевичу. У нас там были между ногах у нас мячики, мы прыгали вокруг вот этих там конусов. Оббегали, собирали кубики. Играю с друзьями. Играю в игрушки, читаю книжки. Я с друзьями играю в прятки. Как проводишь лето? Летом я могу... Я люблю больше гулять, наслаждаться свежим воздухом. В магазин, если папа просит зайти. И можно сходить к бабушке с дедушкой. Кататься на велосипеде. Летом я люблю гулять. Мы с родителями купаемся в бассейне. Чем хочешь заняться в будущем? Я буду ходить в школу, и этому хочу хорошо учиться, не получать двойки, тройки, четверки, только пятерки. Стать спортсменом по физической культуре. Хочу в музыкальную школу. Футбол. Thank you.